Всем привет! Сейчас поедем вместе посмотреть, что происходит в центре Скоттсдейла, в моем самом любимом молле, то есть шоппинг-центре, который называется Fashion Square. Я знаю из новостей, что там произошли мародерства, разграбление магазинов. Поэтому я хочу собственными глазами убедиться, что там сейчас происходит. Этот молл закрыт. В общем, сейчас подъедем, сейчас посмотрим. А это вот за день до этих знаменательных событий. Посмотрите, только что молл открылся. Я пришла, думала, сделаю вам большое видео. У меня столько кадров было интересных, какой я шопинг делала. Вот люди радостные все, что наконец-то магазины открыты, все идут. И в результате, через день, что происходит? Вот там вот, видите, через дорогу, вот туда, там взломали стеклянные двери, и зашло очень много народу во время вот этих вечерних разгромов. Вот видите, там фанерой забиты двери, вот это кафе. Смотрите, впереди тоже забито все фанерой. Это все было разбито. Все витрины были разбиты. Посмотрите, вот. Вот. Все перекрыто. Все в желтых лентах. Вот все перекрыто. Все в желтых лентах. Заколоченные окна, все это было разбито. Вот посмотрите, вот посмотрите, со всех сторон. No way for them to respond to be at all those places where the rioters and the looting was going on, again, because of the size of the property. So the tactic was for them to respond as a unit. The chief said they did the best they could with the resources that they had, though a lot of business owners we talked to today told us they felt like they were left out here to fend for themselves. Все было разбито. Уже, конечно, все убрали, стекла и все. Это вход, один из входов. Это вот напротив. Кошмар. Я показываю вам места, где я сейчас вот проезжаю. И я постаралась найти в местных телевизионных новостях именно сводку с этих мест, где мы сейчас проезжаем, чтобы вам было видно, что происходило вот в течение этих нескольких ночей в районе Fashion Square, шоппинг-молла. Вот, посмотрите, паркинг-лот открыт. Но вход в молл закрыт. Все перегорожено. Я сейчас постараюсь здесь проехать. Ой. Вот написано Nordstrom. Parking lot. Машины, вижу, машины внутри стоят. Вот.
все. Солнечный день. Девчонки такие нарядные. Я еще подумала, когда снимала их, думаю, вот вернуть бы молодость. Я бы с удовольствием на таком мини-мотоцикле покаталась. Думаю, ну какие же они красивые. Музыка на улице. Солнце, радость. Посмотрите, как прекрасно вокруг. Все было разбито. Смотрите, какой вход туда сделали. Ни одного стекла не осталось целого. Все разбито. Еще сюда с этой стороны подъедем ко входу. О, паркинг-лот тоже закрыт. Вот с этой стороны тоже, там вот вход есть, тоже вот я вижу, заколочено, все заколочено. Все витрины, которые двери стеклянные были. Вот сюда ворвалась тоже огромная толпа. Being on the ground and seeing what you're seeing. At this point, as crass as it sounds, we are dealing with property crimes, and we're not going to put our officers or other citizens at risk for getting injured to save some property. So that's our first intention. If what we're dealing with is mostly property damage and property crimes, we can always follow up with the offenders later on. The first steps that we need to take is to protect life first, property second. Can you this is a Saturday night in Scottsdale. I mean, when you have a situation like this, I mean, we had the situation in Phoenix. I don't know, what kind of manpower are we talking about that you can have to respond to something like this? Yeah, again, with only a few hours notice, I don't know what plans are made to get additional resources into the area. I know we've reached out to other departments and other agencies for assistance. So you may see some of those resources down there assisting as well. We're seeing video of they're running through the mall right now, Brian, and they're using something looks like a metal object trying to break into cases in one of those center court kiosks with cell phone cases or whatever. Does the police department, do you guys go through the security footage with something like this? Somebody's actually has a shopping bag that they're walking through with. Do you go through the video and try to identify these people after the fact? Здесь теперь, видите, все привозят, будут снова чинить, все будут ремонтировать. То есть этот шоппинг-центр еще не скоро откроется, не скоро откроется, к сожалению. Сейчас посмотрим, проедем. Это кафе-мороженое, в котором я вам показывала мое небольшое интервью, хвасталась, что я обмываю свои покупки. Вот, пожалуйста, вот смотрите, вот оно на углу, Йогуртленд. Вот оно, мое любимое место. Все, здесь тоже все порушили, разбили. Вот там тоже фанера заколочена, оградили все. Здесь, вот смотрите, здесь тоже, здесь были капкейкс, то есть кекс, место, где очень вкусные кексы продают. Да. Тоже разбили все. И здесь тоже двери разбиты. Кое-где вот разбиты, кое-где нет. Но все огорожено. Вот там тоже дверь была разбита.
Вот это тот самый Apple Store, который полностью там поразбивали, зашли, все разграбили, все эти айфоны, компьютеры и так далее. Вот немножко грустно, я приехала в кафе и пью холодный кофе со льдом. Всем хорошего дня. Дай Бог, чтобы у нас это не случилось, в нашей стране это не произошло. Дай Бог. Что бы я хотела сказать о своем собственном опыте с African Americans? У меня не было плохого опыта. За 20 лет ни разу. Ну и я не встречалась с ними очень часто, не пересекалась ни по работе, ни где-то как-то еще. Единственное, вот первое знакомство у меня состоялось, когда я только переехала в Америку, я жила в Небраске. И когда я работала в частной аптеке, у нас здание было одноэтажное, небольшое здание, разделенное пополам. В одной части находилась наша частная аптека, и в другой части находился маленький частный банк. И менеджером этого банка была именно чернокожая женщина моего возраста. Что я хочу о ней сказать? Когда мы пересекались каким-то образом, это была очень образованная, очень умная и начитанная женщина. И еще, чтобы я хотела отметить характеристику такую вот, ну и не только у нее, и у других я замечала. Они очень любят веселиться, смеяться, какие-то шутки рассказывать, анекдоты. Друг друга высмеивать в хорошем смысле слова. Вот это у них есть. Они очень веселые люди. Теперь, значит, их много тоже, их комьюнити большое, но... Поскольку я живу не в Фениксе, а живу в пригороде, который называется Скоттсдейл, здесь те афроамериканцы, которых я встречала, это люди, которые, опять же, хорошо образованные, достаточно зажиточные люди, потому что купить дом, property здесь, в этом пригороде, здесь все очень дорого. Поэтому у меня на работе была одна сотрудница, мы с ней почти 2 года работали. Я хочу сказать, что этот человек была одна из лучших, кого я встретила в Америке за все эти годы. Она закончила университет и мейджор, то есть образование, по образованию она социальный работник. Но она какое-то время работала в аптеке, потом она закончила университет и перешла работать в другой департмент, именно более близкая работа у нее стала к ее
ну, к профессиональному образованию. Но когда бы она ни приходила к нам в аптеку, она всегда подойдет, каждого обнимет, для каждого у нее есть теплое слово, такое, которое не просто там, как это здесь принято, ну, привет, как дела? Нет, она обнимет, она скажет тебе что-то вот именно присущее тебе, что она вот поэтому скучает, что вот как ей было хорошо работать вместе, что она не забывает нас никого. В общем, ну, вот такая очень теплая и сердечная молодая женщина. Когда она работала с нами, опять же, это очень редко здесь. Если она была на работе, кто-то другой уже приходил, она всегда говорила: «Ой, так приятно тебя видеть, привет! О, если ты пришла, все, сегодня день удался, будет, и мы так хорошо поработаем». Если кто-то уходил раньше с работы, чем она обязательно говорила вслед тебе, что спасибо тебе за помощь сегодня, до скорой встречи. Вот, но я не знаю, это вот прям вот ничего отрицательного, я не могу о ней сказать, и я не видела никогда ничего отрицательного. Единственное, еще один опыт у меня был с чернокожим молодым американцем, который работал водителем, он привозил нам товар в аптеку. Вот он был очень немногословный. И у него весь его вид, такой body language, всегда говорил о том, что он не расположен разговаривать. Он здесь находится по работе. Вот он привез товар, вот возьмите, распишитесь. И я поехал. Когда на него даже, кстати, жаловались другие аптеки, что вот он такой, ну, грубый так вот. И когда первый раз я его увидела, и тоже там как-то, ну, что-то такое я ему говорила, что типа, ну, как дела, хорошо, как вот у них. Hi, how are you? Он не говорил, yeah, good, но он говорил: я тороплюсь, проверьте товар. Вот так. Ну, короче, я не знаю, каким образом, но у меня какое-то такое расположение к нему было. Связанное вот такой микс, потому что он был молодой. У меня такое вот чувство было смешанное. Может быть, поскольку я старше. И я не могу объяснить это чувство, но мне вот так хотелось его почему-то расположить к себе. Вот он интересен мне был. Вы понимаете, я больше 30 лет работаю в разных странах, в аптеках. И меня интересуют больше не те клиенты, которые приходят, улыбаются, говорят там спасибо, какие-то хорошие слова говорят. Вот они меня чисто психологически не интересует. Я очень люблю психологию, очень люблю наблюдать за людьми. Меня интересуют именно сложные клиенты. Вот такие ментально сложные. Они бывают не то, что там все ментально сложные, агрессивные. Они могут быть агрессивными, они могут наоборот быть затаившимся взглядом, чего-то ожидающие и готовые к нападению в любой момент. Ну, то есть, или вот которые возмущаются все время, скандалят, предъявляют какие-то претензии. Вот у меня интерес именно к таким customers, больным. Мне нравится угадывать их слабые места. Мне нравится найти тот момент, когда они становятся другими. Вот переломный момент, когда из-за того, что я как-то себя, может быть, неординарно, к чему они привыкли, повела, или что-то сказала, или даже иногда, вы знаете, и не нужно много говорить, вот посмотреть взгляд, через взгляд передать какое-то communication, то есть связь какую-то с человеком, который смотрит тебе тоже в глаза. Вот мне это очень интересно, этот момент, когда человек меняется, когда он вдруг может опешить и поменять свое поведение, стать нормальным человеком, понять, что происходит, осознать, что он говорит,
услышать другого человека, остановиться, стать вменяемым. Вот что мне интересно. И вот поэтому вот этот молодой человек, чернокожий, African Americans, мне тоже было интересно вот найти какую-то с ним связь. И я стала с ним потихоньку, там 1-2 минуты, которые были, и потом он слышит мой акцент, он, наверное, был более так ко мне расположился, более как-то так расслабился, может, не знаю, или более почувствовал, что я очень хорошо к нему настроена. И он мне рассказал, что это его работа, не основная для зарабатывания денег. Он просто вот работает, он хочет быть занятым, он хочет работать. Но он пишет песни, он композитор, он музыкант. Ну, суть до дела, потому что это длилось несколько месяцев, пока вот все я так узнала, пока все-все. Он мне дал свой YouTube-канал, веб-сайт дал, он песни свои продавал. У него, то есть, как магазин на его веб-сайте, можно купить его песни. Я послушала, и я... Так интересно, я еду домой, впереди мой муж меня обогнал и тоже едет, а я сейчас проеду мимо. Интересно, что он мне потом скажет. Ну вот, и вот с этим молодым человеком я ему стала говорить, что я тоже веду свой канал на YouTube. И ничего, если я, например, его песни, если он будет не против, он мне там пару песен принесет или каким-то образом, я их как бэкграунд поставлю на одно из своих видео. Он сказал, да, конечно. Он мне принес целый диск его песен, а профессионально оформленных, вложенный в такой конверт из толстого картона, профессиональный, в общем. То есть вот так, как они это продают. Но, когда я послушала его песни замечательные, такие голоса, такая музыка, все, ну замечательно. Просто вот иди и танцуй под эту музыку. Там через слово мат. Я ему потом говорю, ну я не могу твое видео поставить, ну как там вот такие слова, он говорит, it's okay, that's fine, говорит, ты мне скажи, какая тебе песня понравилась, я оттуда мат весь уберу, и ну, нормальная песня тебе будет. Ну, в скорости он уволился, конечно, не стала я заниматься этим делом, но вот такой опыт у меня был. Вообще я хочу сказать, что вот приезжие мигранты, независимо от цвета кожи и происхождения, азиаты, там русскоговорящие. Вот вы знаете, как-то с чернокожим мы больше находим общий язык, какая-то вот connection, связь существует. Может быть, потому что мы тоже считаемся minority, то есть белое меньшинство. Тоже, особенно когда люди только приезжают, они испытывают какие-то неудобства, какую-то, может быть, даже чувствуют дискриминацию, дискомфорт. Вот, наверное, все то, но не все то, но много вещей из того, что чувствует именно черное население страны, не знаю. Но я знаю случаи, когда русскоговорящие женщины здесь, приехав сюда, выходили замуж за African Americans, или там girlfriend, бойфренды были. Ну, не знаю, в общем, вот какое-то такое, вы знаете, connection есть, честно вам хочу сказать, что есть. У меня, моей двоюродной сестры, которая живет здесь, в Америке, ее сын, он когда учился в школе, у него была черная girlfriend. И вот когда сейчас все вот это вот происходит в Америке, он выкладывает посты в своих соцсетях в поддержку вот так называемого восстания чернокожих. И он там такие слова пишет, мама дорогая, в их защиту. То есть... Вот все, что я хотела сказать о комьюнити African American People здесь. Ну вот, хотела вам, конечно, показать сегодня, как я распаковываю свои туфли, которые я вам обещала показать, похвастаться. Ну, не тут-то было, тут такая тема возникла острая, и я решила поэтому снять видео на эту тему. А следующее видео я вам обещаю, что я вам покажу свои туфельки. Ну, до новых встреч, всем пока!